Аналитику, когда анонсировала, представим в эфире очень скоро. Через пару минут к нам в студию присоединятся наши гости. Обсудим главный финансовый документ страны и не только. А сейчас, уважаемые телезрители, хочу обратить ваше внимание на установленные размеры соцвыплат на следующий год в том же проекте бюджета. Итак, сам проект был размещен на портале «Открытые НПА». Вот цифры, давайте обратим внимание. Минимальная зарплата 42 500 тенге, не изменилась. Базовая пенсия 19 450. Минимальная пенсия 46 302, минимальный расчетный показатель 3063, и, конечно же, прожиточный минимум, вот сейчас еще раз мы покажем, он вырос, незначительно вырос, но тем не менее прожиточный минимум на следующий год обозначен в размере 36 018 тенге. Хоть и немного, но все же вырастет, кроме минимальной заработной платы. Предполагается, что ее размер останется таким же, 42 500 тенге. Причем эта сумма не меняется с 2019 года. Отметим, что это пока что проект республиканского бюджета. Он еще не отправлен на рассмотрение депутатов Мажлиса и на подпись президенту. Но, тем не менее, это не мешает нам обсудить данную тему, поскольку, ну, раз вынесено на публичное обсуждение, давайте, как говорится, уважаемые телезрители, обсуждать. И, на ваш взгляд, какая должна быть минимальная зарплата в Казахстане? Я предлагаю ответить вам в Телеграме. Там сейчас продолжается наше голосование. Очень много подписчиков участвуют, активно голосуют. Итак, какая должна быть минимальная зарплата в Казахстане? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо открыть камеру мобильного телефона или смартфона, навести ее на экран телевизора или экран монитора, отсканировать специальный QR-код, и вы автоматически попадете на наш телеграм-канал. Позвольте зачитать варианты ответа. Напомню, опрос анонимный, поэтому голосуйте. Первый вариант: третий год уже 42 500, не изменен, пора повышать. Второе: как минимум 100 тысяч тенге, не менее 30% от средней заработной платы. Такое предложение также ранее озвучивал экс-министр соцтруда Биржан Нурумбетов. Также оставить как есть. Третий вариант ответа: повышения приведет к подорожанию товаров и услуг. И четвертое, свой вариант ответа. Если вы не согласны, оставляйте свои комментарии. 35 человек уже прокомментировало. Самый интересный комментарий будем зачитывать в конце эфира. Подведем итоги голосования. Поэтому сканируйте QR-код, голосуйте. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Итак, почему не растет размер минимальной заработной платы в Казахстане? Какие тонкости в новом бюджете? Что ожидает экономика Казахстана в ближайшие годы? Обсудим с нашими экспертами. Не переключайтесь. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы сегодня разбираем тему бюджета. Сегодня был представлен проект республиканского бюджета на ближайшие 3 года. Сам проект был вынесен также на публичное обсуждение. Отметим там, что неизменным на следующий год остается размер минимальной заработной платы 42 500. Остальные соцвыплаты немного выросли. Но, тем не менее, давайте обсудим все тонкости нового бюджета. Сегодня у нас в студии депутат Мажилиса парламента, глава фракции Народная партия Казахстана Айкын Конуров. И по скайпу к нам подключается экономист Центра стратегических инициатив КСА Ербол Тулигенов. Сейчас он к нам подключится. Ербол Тулигенов со стартовой командой. Ербол, здравствуйте, нас слышно? Здравствуйте, да-да, слышно. Отлично. Ну, уважаемые гости, рад вас видеть. Айкын Нуратович, вас отдельно рад вас видеть, потому что тему 42 500 мы с вами неоднократно здесь разбирали. Вы говорили о том, что необходимо повышать. Даже был специальный запрос от фракции МПК о том, что в 2 раза надо повысить выплату. Но новый бюджет обсуждается. Скоро заканчиваются ваши каникулы. К вам придет, как говорится, на обсуждение. Дальше он пойдет к президенту. В целом, ваше мнение, почему все-таки 42 500 так и остается пока что в проекте? К сожалению, что мешает ее повысить? К сожалению, логика правительства и логика реальности разнятся. Угу. И правительство всегда обосновывает это тем, что это базовый показатель, который фактически при повышении приведет к разгону инфляции, создаст дополнительные трудности для бюджета. В нашем же понимании надо идти именно к поддержке населения. Соответственно, повышение минимальной заработной платы приведет к повышению заработной платы как в государственном секторе, так и в частном секторе. Соответственно, будет рост потребления внутри страны, рост доходов. К сожалению, мы сейчас видим, что идет очень серьезное расслоение в обществе, что несет в себе очень такие проблемные моменты во взаимоотношении между властью и обществом. Это социальная напряженность растет как в центре, так и в регионах.
Мы это наблюдали не раз, и поэтому мы считаем, что все-таки государственная поддержка, она должна идти снизу. Большая часть населения должна ощущать это на себе. Ну, там еще заявлялось о том, что будет ключевым поддержкой именно несырьевых секторов. Об этом еще поговорим. А вопрос сейчас у меня к нашему экономисту Ерболу Тулегенову. Ербол, расскажите, пожалуйста, министр национальной экономики Асет Иргалиев сегодня, как моя коллега представила в сюжете, Маржан Султумбаева, он представил три сценария по развитию экономики страны. Оптимальный, пессимистичный, разные сценарии. Ваше мнение, какой из этих сценариев наиболее реален и каким будет курс доллара и насколько вырастет ВВП Казахстана? Причем отмечу, что министр был более благосклонен к базовому сценарию, первому. То есть на основе этого, конечно же, составлялся бюджет. Ага, спасибо. Ну, начну с того, что у нас в госсекторе часто подменяет его прогноз планом, термином план. Да? То есть прогноз – это то, что мы ожидаем, да, что реально может случиться. План – это то, что мы хотим достичь, да, это желаемая цифра. И здесь идет речь о прогнозе, да, какой будет ситуация экономики через год, через там, 3 года. И все-таки в прогнозе, я посмотрел вот отчет Асета Иргалиева, там пессимистичный сценарий, среднегодовой темп роста ВВП ожидается на 4,6%, базовый 4,8% и оптимистичный 5,0% ровно. То есть между ними плюс-минус 2% от базового отклонения. Но если посмотреть исторически, за последние 5 лет среднегодовой темп роста ВВП 2,5%. То есть в 2 раза ниже, да, чем базовый прогноз. То есть исторически мы последние 5 лет не можем достичь таких цифр. Соответственно, мы должны ожидать что-то сверхординарное, да? Что мы в 2 раза увеличим темпы, да, какой-то драйвер у нас потащит экономику вперед. Но кроме как увеличения добычи нефти, мы не видим каких-то сильных отклонений там, по каким-либо отраслям. Следовательно, прогноз нужно сделать более реалистичным. Допустим, что базовый сохраняет на уровне 4,8%. Но пессимистичный должен быть как минимум 2%. А оптимистичный, наоборот, повыше, да, там 7-8%. То есть это тоже достижимо, потому что в прошлые годы, да, там 10 лет назад, мы достигали такого показателя в 7%. Теперь, в зависимости от того, что у нас есть пессимистический прогноз 2%, соответственно, мы должны подготовить меры, да, как мы будем реагировать, если действительно такой прогноз реализуется. Следовательно, я считаю, что вот этот коридор плюс-минус от базового сценария нужно брать выше, да, то есть не плюс-минус 0,2%, а плюс-минус 2%. В целом, ну, базовый 4,8% это тоже достижимо, но все-таки нужно стараться, да, стимулировать рост обрабатывающей промышленности, то, что является локомотивом вообще, ну, в развитых странах, в развитой экономике. Ну, что касается вот девальвации, да, курс сильно влияет на развитие экономики в Казахстане. Это вот у нас в среднем 10% в год идет девальвация. И вполне возможно, что там в 2023-2024 году курс может достигнуть 500 тенге, да, за доллар. А это, в свою очередь, потянет за собой инфляцию. То есть я немножко забегаю вперед, да, то есть прогноз по инфляции был коридор 4-6%, тоже это не прогноз, а можно сказать план, да, желаемая цифра. Но по факту за последние 5 лет средняя, ну, официальная, да, инфляция это 6.7%, за последние 10 лет 7.3%. То есть исторически мы не укладывались, да, в этот коридор 4-6%, и сейчас должны быть реальные предпосылки, что мы дойдем до этого коридора 4-6%. Ну, то есть, раз... ну, если будет курс, да, доллара, да, расти, то это не хотел к этому подвести. Ербол, ну вы затронули как раз инфляцию. Айкнур Атович, у вас был пост в Фейсбуке про то, что инфляция в Казахстане продолжает бить рекорды. Вы заявляли о том, что наши граждане платят очень много налогов, то, что
11% в среднем подорожает. Ну вот растет инфляция, да, все равно почему-то показатели минимальной заработной платы, расчетные показатели, они особо не меняются все-таки. Может, какие меры, на ваш взгляд, все-таки необходимо применять? Ну, конечно же, в корень надо менять денежно-кредитную политику Национального банка. В нашем понимании Национальный банк должен заниматься кредитованием нашего реального сектора экономики. К сожалению, на сегодняшний момент это все происходит по кривой схеме через квазигосударственный сектор. И наш банковский сектор совершенно далек от кредитования реального сектора экономики. Без реального сектора экономики мы не сможем развивать нашу экономику, не сможем увеличивать налогооблагаемую базу, не сможем обеспечивать наших граждан рабочими местами. Соответственно, фундаментом всех этих проблем является денежно-кредитная политика Национального банка Республики Казахстан. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, это же неэффективное использование государственных средств в рамках различных государственных программ. Ну и, соответственно, типичное воровство – это коррупция, которая цветет и пахнет бурным цветом на базе нашего государственного бюджета, на базе народных денег. Тем более во время пандемии. Да. Не раз были коррупционные скандалы. Хорошо, Айкнур Ильич, спасибо. Сейчас, уважаемые гости, уважаемые телезрители, попрошу обратить ваше внимание на следующую информацию. Это исследование аудитора и члена Международной ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров ACCA Талант Калиевы. Эффективность казахстанского правительства с 2008 года. Какие позиции занимает? Итак, 132 место было в 2008 году, в 2013 году она опустилась ниже на 7 позиций, в 2017 году 104 место, в 2019 году 94 место. Это данные от Талант Калиева по эффективности казахстанского правительства. То есть заметно видим такие позиции, где улучшение. Но вы, Айкнур Ильич, не раз критикуете правительство. Как вам такие цифры? Или все же наоборот, должны внизить. Все зависит, конечно, от методики. Ну и разные цифры. Правительства же было, да, разное время, как говорится. Разное да. время, разная ситуация, макроэкономическая ситуация. Я так думаю, что многое зависит, конечно, от официальных данных, которые дает правительство туда, где их рассматривают. А вот нынешнее правительство, оно как оперативно и реагирует на все ваши депутатские запросы, ваши, ваших коллег с других фракций? То есть за эти полгода, да, работы с начала нового созыва депутатов? Ну, подходить если формально, то ответы приходят вовремя. Вовремя. Есть, конечно, единичные случаи, когда есть протяжка по времени, но это чревато санкциями со стороны Мажилиса. Это во-первых. Во-вторых, хотелось бы сказать, что большая часть ответов формальная. Поэтому хотелось бы, чтобы прислушивались, хотелось бы, чтобы совместно вырабатывали какие-то новые инструменты для улучшения жизни простых людей на местах. Мы летом выезжали в регионы и встречались с вопиющими случаями, когда десятилетиями решаются проблемы доступа наших граждан к питьевой воде. Вот поручил президент построить туалеты в школах, да? Туалет есть, воды нет, он не работает. Детишки все равно ходят деревянные изделия на улице. Поэтому вроде бы как внешне отчитались, что да, сделали, мы решили, туалеты построили, воды нет и все. Поэтому я думаю, что вот на этом примере можно просто показать, насколько это все эффективно. Это очень раздражает людей. Ну да, такие случаи бывают. Хорошо, сейчас, уважаемые телезрители, напоминаю, что продолжается телеграм-голосование. Голосуйте, очень много мнений сегодня выражают наши пользователи. Некоторые из них сейчас будем зачитывать и обсуждать с нашими гостями. Напомню, необходимо открыть камеру мобильного телефона или смартфона, навести ее на экран телевизора или экран монитора, отсканировать специальный QR-код, и вы автоматически попадете на наш телеграм-канал. Там вопрос простой: какая минимальная зарплата должна быть в Казахстане? 72% сейчас за то, что как минимум 100 тысяч тенге. Не менее 30% от средней заработной платы. Поэтому голосуйте. Очень скоро будем вместе обсуждать и обсуждать с нашими спикерами. Вопрос у меня к Ербулу. Ваши прогнозы про коридор инфляции мы в целом только до этого послушали. И вот интересует, конечно же, сегодняшняя наша тема — минимальная заработная плата 42 500. Причем с 2019 года она не меняется. А при случае повышения, да, допустим, возьмем такой фактор, как это повлияет на экономику? Ну, однозначно для бюджета это будет дополнительная нагрузка, так как, вот, как вы уже говорили, да, социальные выплаты, социальные пособия привязаны к этому показателю. Нужно учитывать все-таки, что в 2018 году размер минимальной заработной платы вырос в полтора раза, да, с 28 тысяч до 42 500 тенге. То есть
бюджет уже взял эту нагрузку как бы наперед, да? Но и нужно понимать, что нагрузка вырастет и у предпринимателей. Угу. То есть сейчас они платят или со своей как бы зарплаты фиктивно 42 500, угу. Это минимальная заработная плата, то есть а с нее платят пенсионные взносы там, и остальные отчисления. А также есть теневой сектор, мы знаем, да, зарплат, когда люди получают официально только 42 500, а остальное получают в конверте. Соответственно, увеличение вот именно вот минимальной заработной платы приведет к увеличению выплат у предпринимателей. Но с одной стороны, это хорошо, то есть у людей будет больше пенсионных накоплений, больше взносов там, в социальный фонд страхования, но у предпринимателей появится как бы желание уйти полностью в тень, да, вообще не платить никаких отчислений. То есть в первую очередь нужно бороться именно с этой проблемой, со стимулированием, чтобы предпринимателям было выгодно выплачивать эти социальные взносы, ну, то есть пенсионные, там, социальное страхование, медстрахование. Потому что сейчас проблема, люди, где-то 30% тех занятых, они работают в тени, то есть у них нет никаких социальных выплат, соответственно, они не могут ни ипотеку оформить, они в поликлинику обратиться, там никаких пенсионных накоплений у них нету, да? И вот эта проблема, она может еще усугубиться. А насчет минимальной зарплатной платы, сколько она должна быть, здесь люди, может, неправильно понимают, с которой голосуют, да? Рынок, да, здесь каждый сам должен увеличивать свою стоимость, да, на рынке. Чем больше вы умеете, тем полезнее, да, для своей компании, для экономики там, в целом, тем выше ваша стоимость и ваши услуги стоят дороже. То есть, если там государство установило хоть 10 тысяч тенге минимальную заработную плату, то от вас зависит, сколько будет ваша реальная зарплата. То есть, здесь уже психология. То есть, не нужно все время уповать на государство и ждать, когда оно повысит минимальную заработную плату, а самому повышать оплату своего труда. Хорошо. А здесь речь по МЗП идет только о социально уязвимых слоях населения. Ну, тут есть другие инструменты, как адресная социальная помощь, да, сейчас. Есть выплаты из государственного фонда соцстрахования, который выплачивается при там, безработице или при инвалидности. Хорошо, Ербол, понятно. Ну, в принципе, вы говорили то, что да, голосуют, конечно же, все, то, что, может, неправильно даже понимают опрос, но тем не менее, 42 500-то все наши жители столкнулись именно в прошлом году, когда, ну, вдруг еще раз объявят локдаун, да, все равно людям будут выплачивать минимальную заработную плату, когда они не будут работать. Окей, если отбросить минимальную заработную плату, Айкон Ойратович, вот прожиточный минимум, да, о котором мы с вами здесь обсуждали в студии пару месяцев назад, он-то повысился где-то в проекте на 2000 тенге. Ну, о чем можно говорить? На 2000 тенге, получается, подорожала продовольственная корзина или как? Да нет, конечно. Почему так оценивают? И, ну, реально, многие вопросы телезрителей, кто ведет эти анализы все-таки? И как надо их вести, ваше мнение? Ну, во-первых, это нечестно так играть с нашими гражданами, потому что, ну, это условный показатель 2000 тенге, это фактически ничего. В условиях того, что у нас продовольственная инфляция в странах ЕС самая высокая, и причем она не останавливается. Наше правительство не может справиться с продовольственной инфляцией, и сегодня почти 90% населения тратит больше 50% своих доходов на продукты питания. Это очень тревожный показатель. Это с такими расходами в семье невозможно развивать своих детей, развиваться самому. Поэтому с человеческим капиталом невозможно, с деградирующим человеческим капиталом невозможно развивать экономику. Мы попадаем в какой-то замкнутый круг. Работающая бедность на сегодняшний момент, в нашем понимании, является самой уязвимой проблемой Казахстана. Хорошо, сейчас давайте перенесемся в страны Европы, как говорится, покажем сравнение. Пока в Казахстане формируют бюджет на 2022-2024 годы, мой коллега Диас Иркинов подготовил сюжет о примерах экономии и перераспределения денег в Европе. Ведь пандемия коронавируса заставила многие правительства ввести карантин, ограничить работу компаний и организаций. Бизнесмены почувствовали всю тяжесть коронакризиса. Лишь небольшое количество фирм смогли позволить себе протянуть без заработка до конца ограничительных мер. Смотрим материал. С приходом пандемии вся потребительская сфера остановилась по внеэкономическим причинам.
Коронавирус привел к закрытию входной точки для денег. Например, если вы не купите билет в кино, кинотеатру не на что будет выдавать зарплату работникам и платить за аренду торговому центру, где он располагается. Владелец торгового центра не сможет заплатить кредит за свое здание, и банк не получит деньги и не сможет выдавать вклады. Из-за этого происходит дефолт, ведь деньги должны постоянно находиться в движении. Например, в Великобритании представили бюджет на 2021 год. Эксперты предполагают, что доходы страны составят 819 миллиардов фунтов стерлингов, а расходы почти триллион фунтов. Таким образом, дефицит составит 234 миллиарда, что в 4 раза превышает прошлогоднее значение в 55 миллиардов фунтов стерлингов. А все из-за многомиллиардных затрат на борьбу с пандемией, а именно льготные кредитования, государственные программы поддержки занятости и поддержки частных предпринимателей, а также выделение госгрантов. К тому же львиная доля бюджета предназначена на здравоохранение, в том числе более 1,5 миллиардов фунтов стерлингов на вакцинацию населения. Перенесемся в Германию. В 2020 году из-за пандемии дефицит бюджета страны составил почти 140 миллиардов евро. Эти данные предоставило Федеральное статистическое ведомство страны. Деньги в основном направили на поддержку граждан. Ведь, как известно, в этой стране Евросоюза социальные выплаты одни из самых высоких в мире. Чтобы предотвратить еще более сильную рецессию, правительство Федеративной Республики осуществляет программы экономической помощи. Также в правительстве рассчитывают, что за 2021 год экономика Германии вырастет на 3%. При этом немецкие эксперты ожидают возвращения на докризисный уровень только в середине 2022 года. Во Франции же Национальный институт статистики и экономических исследований сообщил, что размер бюджетного дефицита страны в 2020 году достиг уровня в 9,2% ВВП или 211,5 миллиардов евро в денежном выражении. Эксперты института заявили, что это самый высокий уровень с 1949 года. Таким образом выглядит ситуация в крупнейших странах Европы. Диасеркинов, Атамикен Бизнес. Диасеркинов, про то, что как экономят и расходуют деньги в других странах мира, в частности, странах Европы. Сегодня мы обсуждаем тему размера минимальной заработной платы. Позвольте, уважаемые гости, зачитать один комментарий, который пишут в Телеграме наши пользователи. Сержан пишет: большинство работающих и так получают 80-120 тысяч. 42-500 держать бессмысленно, таких окладов очень мало. Поэтому целесообразно обозначить минимальную в пределах 80-120 тысяч, ну и плюс ИПН, индивидуальный подоходный налог, надо делать дифференцированно. То есть, скажем, от 10% до 25% в зависимости от размера оклада. Фишка в том, что те, кому сейчас платят 600-700 тысяч при ИПН 10%, будут получать чистыми те же деньги, даже при ИПН в 20%, так как это уже высококвалифицированные специалисты, и работодателю проще увеличить им заработную плату. Такое мнение от Сержана. Ваше мнение, Конурадович, как вы согласны? Конечно, с тем, что ИПН каждому по-разному? Совершенно логично. Угу. Мы системно тоже поднимаем вопрос о необходимости дифференцированной шкалы индивидуального подоходного налога. К сожалению, у нас и бедные люди, и очень богатые люди, олигархи платят по плоской шкале. Это категорически не согласуется с нашей конституцией даже, что мы социальное государство. И фактически, я думаю, что люди, которые принимают решения, они должны это осознать, потому что к этому уже переходит Российская Федерация. Многие развитые страны, куда мы хотим, в клуб, в которых мы хотим попасть, применяют именно такую шкалу. Поэтому уже пора уходить от плоской шкалы и, соответственно, восстановить справедливость. То есть зарабатываешь больше, плати, как говорится, чуть больше, чем все остальные. Да? Хорошо, вопрос к Ербулу. Ербул, ваше мнение, все-таки, скорее всего, такие точные прогнозы мы хотим от вас услышать, как от эксперта-экономиста. По курсу доллара какая отметка от и до, какой отметки в следующем году ожидается, и по инфляции все-таки 4,6% вот прогнозировали, то что с последующим снижением до 3-4% в 2026 году. Может, у вас другие прогнозы? Доллар и инфляция. Так, ну да, мы примерно делаем прогнозы. Ну, в этом году мы не ожидаем каких-то резких скачков. Скорее всего, уже так и останется на уровне 425-430. Но в следующий год все-таки, возможно, будет увеличение 440-450. И таким образом до 2025 года до 500 тенге, мы думаем, курс может дойти. Соответственно, инфляция будет на... Ну,
курс доллара к тенге – это самый основной драйвер инфляции в Казахстане, так как у нас очень много импортных товаров. И, соответственно, коридор, он должен быть реальный, да, не 4-6, а 6-8%. И, соответственно, имея такой прогноз, да, более реалистичный, можно делать соответствующие меры, да, противодействия, то есть как умерить, да, рост инфляции. Как, ну, в первую очередь, конечно, это обрабатывающая промышленность. Все знают, что нужно уходить от добычи нефти, да, то есть не зависеть от нее. Да, от нее пусть доход приходит, но из нефти там делать нефтехимию, да, там, пластмассу и так дальше, переработку. У нас этот газохимический завод уже в течение 20 лет никак не могут построить. То есть нужны такие идеи, нужны проекты, нужны технологии. Наука должна подключаться, где-то заимствовать, да, инвестиции технологические, там, приглашать иностранных партнеров и делать более там, переработанный продукт. Спасибо. Насчет 42500 хотел тоже пояснить, да. В целом, конечно же, если речь идет о пандемии, то есть когда идет нерыночное регулирование, когда государство закрывает всех дома, и люди остаются без дохода, конечно же, тут 42500 – это очень мало. То есть, как минимум, да, 100 тысяч должна быть выплата, то есть, чтобы компенсировать те расходы, да, населения. Ну, как минимум, да, 100 тысяч. А если идет в рыночных условиях, то есть, если нет локдаунов, нет там COVID, государство не закрывает всех дома, то, как бы, ну, 42500 – это как самая нижняя планка, да, чтобы, ну, экономить бюджет где-то. Но если раз государство само ограничивает людей, то оно, конечно, должно компенсировать те потери, которые несет, ну, те доходы, которые теряет население. Спасибо. Спасибо, Ербол. У нас еще остается немного времени. Айкунур Атович, к вам еще один вопрос получается. Но, конечно же, интересует ваше мнение, какова должна быть, каков должен быть размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума. Если не ошибаюсь, вы выступали за двоекратное увеличение. Позиция вашей фракции такая же осталась или же будет увеличение? Ну, сейчас данный бюджет не будем затрагивать, поскольку он придет к вам скоро на обсуждение. И там, я думаю, мы все услышим. Всю критику, как говорится, все вопросы ответят министры на все ваши вопросы. Но по двоекратному увеличению также осталось, или же фракция будет выступать за другие цифры? Нет, конечно же, мы будем придерживаться нашей общей политики, которая прописана и в программе партии. Дело в том, что, конечно же, мы реально подходим к ситуации и считаем, что в сегодняшних условиях можно сэкономить достаточное количество государственных средств республиканского бюджета для того, чтобы поднять заработную плату именно. То есть это реально, минимальную, это не просто заработную плату, да, в два, допустим, раза. Это не с потолка взятые цифры, потому что мы видим, насколько халатно относятся к народным деньгам правительство. Это неэффективное освоение. Насколько вольготно относятся к государственным деньгам квазигосударственный сектор, какие бонусы там выплачиваются, даже убыточным компаниям. Поэтому считаем, что необходимо все-таки навести в этом плане порядок и поддержать большую часть нашего населения. Ну, спасибо. Я думаю, все ваши предложения будут учтены. Скоро новый созыв, уже новый сезон, как говорится, у депутатов Мажилиса парламента. Через неделю уже буквально эту тему тоже будем детально обсуждать. Напомню, уважаемые телезрители, сегодня в прямом эфире мы обсуждали тему тонкости нового бюджета, проекта нового республиканского бюджета на ближайшие 3 года и почему не растет размер минимальной зарплаты в Казахстане. С нами в студии сегодня были наши эксперты. Это депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров и по скайпу экономист Центра стратегических инициатив CSI Ербол Тулегенов. Уважаемые гости, спасибо за ваше активное участие в нашем сегодняшнем обсуждении. Еще раз благодарю вас, уважаемые спикеры. И отмечу, что, уважаемые телезрители, продолжается телеграм-голосование. Голосуйте, еще есть возможность принять участие. Какая минимальная зарплата должна быть в Казахстане? Анонимный опрос. 4 варианта ответа. Голосуйте, сканируйте QR-код, переходите на наш телеграм-канал. Не забудьте, конечно же, подписаться. В конце эфира подведем итоги сегодняшнего голосования.